Всем привет на канале Old Dutchman. Сегодня у нас в рубрике спортивных единоборств продолжение темы чемпионата мира и Европы по кикбоксу по версии ВКУ. Значит, это первый поединок вот этого вот парнишки, который сейчас находится слева. Он в правом, в красном углу, вот пытался сделать вертушку, упал. Я сейчас промотаю вам назад, чтобы вы могли полностью прослушать все, что говорят ему тренера. Я 100% уверен, вы поймете, что говорят его тренера. Ну и, конечно же, сделаете тоже соответствующие выводы. Но нужно отдать должное этому парню, так как он вышел впервые на свой первый профессиональный бой по кикбоксу. В общем, ребята, смотрим, наслаждаемся, слушаем, что говорят ему тренера. Ну и делаем выводы. Кстати, да, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк. Ну и как обычно, всем удачи, пока. Ну, в общем, Дима проиграл, вы сами, ребята, это видели. Но у меня... Нет, я не имею ничего против, наоборот, парень молодец, что вышел впервые на свой первый профессиональный поединок. Ну да, проиграл, бывает, бывает, но у меня все-таки один вопрос к вот этим вот тренерам. Как понять высказывание «тупо боксируй», «тупо боксируй», ну как понять вот это вот? Я, честно сказать, я в некой прострации после вот этого вот. Но, тем не менее, поединок получился интересным. Раз, два.
offizielle Urteil. Sieger durch Knockout in der zweiten Runde. Und damit neuer Trainer, das Junioren-Champion, die blaue Ecke, Tommy Lee. Чемпионом в этом поединке и титул чемпиона Европы по кикбоксу взял парнишка из Регенсбурга, Томми Ли. Вот он получил свой титул, вернее, получил свой пояс, он сейчас спустится. Ну, естественно, там родители сидели его рядом с нами, все его поздравляли, в том числе и я, конечно. Ну, как же без этого? Ну, а вот сейчас, пожалуйста, посмотрите, вот какие были пояса чемпионом Европы, чемпионом мира по кикбоксу. И также были кубки для ребят, которые вышли на первенство, не на, на чемпионат, но в свои как бы региональные лиги, вот можно сказать так. Вот, пожалуйста, смотрите. Ну и соответственно, вон сколько людей в зале. Было действительно очень много людей, и было очень и очень интересно.